Приветствую вас, друзья. Давайте с вами сделаем клубнично лимонную настойку. Для этого нам понадобится килограмм клубники, 200 грамм сахара, 2 литра самогона двойной перегонки, либо спирт 55-градусного и сок одного лимона. Сначала засыпаем клубнику. Клубнику засыпали. Теперь добавляем сахар. Сахара 200 грамм. После того, как засыпали сахар в банку, начинаем отжимать лимон в отдельную емкость, чтобы не попали косточки. Ну что, друзья, лимон отжал, косточки вытащил. Давайте отправлять сок в банку. После чего закрываем крышкой. В моем случае это будет вакуумная крышка. И отправляем в темное место на 2 недели. Не забываем периодически встряхивать, каждые 2 дня. Не забываем ставить автограф. И отправляем нашу баночку в темное место на 2 недели. Через 2 недели попробуем и поделюсь с вами своим впечатлением об этом напитке. Все, всем пока.